И это единственная программа на Love Radio, где гостями эфира становятся не только люди, но и их четвероногие друзья. Я бы сказала даже так, гостями становятся четвероногие друзья, которые приходят в нашу студию в сопровождении своих людей. Вот так. И сегодня в рамках программы «Тонкости породы» у меня шикарный Border Collie Chase. Правильно же говорю? Да, все верно. Да. Шикарный Border Collie Chase. В гостях вместе со своим человеком. Это Рыжанкина Анна, профессиональный кинолог, заводчик, дрессировщик, хендлер с 20-летним стажем в породном собаководстве. Короче, человек, который знает об этой породе все. Кстати, не только об этой, но сегодня мы будем разбирать тонкости породы Border Collie. И помогает мне в этом, как всегда, руководитель клуба «Азиаты Приморья» Марина Геннадьевна. Марина, здравствуйте! Приветствую всех! Да. Мы собираемся здесь каждый второй четверг, мы решили так сделать, потому что мы любим животных, во-первых. Во-вторых, мы хотим, чтобы и вы больше знали о своих собаках или о тех собаках, которых присматриваете, подумываете, заводить, не заводить, кого заводить, вот, тогда и так далее. С Border Collie сталкиваюсь в первый раз, никогда в жизни не видела эту породу, вот так живьем. Живьем, да, совершенно верно. Я даже не знала, что эта порода вот так вот называется. Для всех тех, кому интересно, как эта собака выглядит, можете быстренько загуглить, да? А мы потихонечку начнем с ними знакомиться. Анна, во-первых, добрый день. Здравствуйте. Да, вас прекрасно слышно, все хорошо. Можно даже где-нибудь поближе к микрофону, это периодически, да. Давайте начнем с важнючего вопроса. Что это за порода такая, откуда она взялась, и почему Border Collie называют самой умной породой в мире? Вот так. Ну, давайте начнем сначала. Давайте. Это прекрасное животное, которое называется Border Collie. И его страна происхождения — это